Всем привет! Итак, вот пока такой результат. Значит, 4 варианта одежды. Вопрос в чем состоит? Если собирать полностью команду, нужно найти где-то вот эти вот цифры и вот с такими же цветами, чтобы потом можно было стирать эти и рисовать другие. Но это если команду полностью собирать. Так, что тут есть? Как это все дело работает? Вот каким образом все устроено. Значит, по прошлому ролику кости вставлены. Я тут изменил внешний вид вот для ног. Взял с миксама вот эти вот кубы. Так, что тут еще есть? Значит, у каждого персонажа свой шлем. Вот этот красный шлем подходит и вот к этой форме, и к этой тоже. Так, значит, шлем. Один, второй. Вот он. Как они выглядят? Значит, белый шлем здесь просто вот 23. Здесь вот 22. А это УВТ. Знак команды, наверное. Ну, нарисовал просто так-то. И чисто случайно получилось 11, 12, 23, 22 номер. Так, что еще? Как это все дело работает? Убираем эту форму. Подставляем, допустим, эту форму. Вот такой образ. Так, вот красная форма. Подставляем шлем, если он нужен. Так, смотрим тут, чтобы, конечно, поровнее его сюда установить. Я их тут немножко двигал. Вот так вот. И чуть-чуть в бок. Все, вот так все дело тут устроено. Ну и немножко шлем подровнять. Шлем можно ниже вот так вот одевать, чтобы прикольнее было. Можно его чуть выше подставлять. Так. Ну, такая, словом, штука. Сетка, вы видите, что облегченная. Со шлемом, конечно, ZRMesh не получилось сделать. Потому что тут много вот этих всяких переходов. Ну, децимейтом я все это дело понизил. Вот так все это дело тут выглядит. Выбираем костюм. Сглаживание включаем. Shader Smooth. Смотрим, как все выглядит. Ну вот, выглядит все нормально. Так, еще вот вопрос, в чем состоит. Как можно менять цвет именно в шейдингах. Выбираем какого-нибудь персонажа. Ну вот, давайте вот этого форму. Так, теперь... Здесь у нас Image Texture. И давайте добавим Add Color Hate to the Surface. Короче, с английским у меня проблема. И вот теперь можем вот эту полоску двигать и менять цвет нашего персонажа. Вот такая вещь прикольная. Вот даже синий можно поставить. Смотрим теперь эту форму. Как будет выглядеть белая форма, если будем менять ей цвет. Тоже добавляем color. Not. Приближаем. Смотрим. Здесь меняются чисто надписи вот эти. Цвет. А белый базовый так и остается. Ну тоже прикольно. Зеленый. Вот нормально все. Так, смотрим теперь этот цвет. Какой будет. Так, color. Опять подставляем not. Ну и смотрим. Вот такие получаются здесь цвета зеленые. И вот получились вот цвета другие для персонажей.
Вот уже прикольно. Так, точно так же меняется, значит, цвет каски. Давайте посмотрим. Так, зайдем в шейдинги. Приближаем, смотрим, как это все дело будет выглядеть. Вот те же цвета и разный цвет касок будет. Вот такая штука. Итак, вот этот файл в описании можете скачивать, если кому-то нужен именно для проб. Вот теперь полный такой комплект. Вот такой результат. Я тут еще думаю, может, бейсболистов сделать пару штук с разной формой. Ну, чисто для проб анимации бейсбола. Если кому-то интересна эта тема, напишите под роликом, тогда я уже буду делать. Все, всем пока, до свидания.